Всем привет, ребята! С вами, как обычно, Димао, и сегодня у нас награды за Викинг Лигу, награды за дивизионы. И вторая команда шейпшифтеров, и очень слабая команда недели, где, в принципе, ни один, наверное, игрок не зайдет многим из вас в состав, но все-таки придется открывать пакцы, поэтому погнали. Итак, основной аккаунт, беру здесь untrade вариант, и 4 мега-набора здесь будет, вообще всю неделю не играл. Ну что ж, начинаем с последнего, с четвертого пакца, давайте. 4 мега-набора, посмотрим, что они нам принесут. Последнее время в паках просто полный крах. Здесь есть створочки. Не более, к сожалению, чем створочки. Это Тадич. Тадич, наверное, да. Итак, пак номер 3. Двигаемся в обратную сторону. Итак, ждем еще раз створочки. Да, и здесь створочки будут. А давайте волкаут. Ну, конечно же, нет. Ну, ладно, ладно. Это все-таки мега-набор. Пепе. Пепе 84 рейтинг и еще одна, в принципе, неплохая карточка за мега-набор. Ну, мега-набор номер 2. Итак, смотрим. Без творчек. Окей. Итак, последний мега-набор за Дивы. И переходим к наградам за ВЛ и к космическим пикам. Я уверен в этом. Итак, створочки. Давайте красиво уйдем отсюда. Нет, конечно же. Конечно же, без волкаута в очередной раз. Это Джеко. Джеко и вновь 84 рейтинг. Получается, 3 из 4 мега-наборов принесли на 84 рейтинг. Да это, в принципе, неплохо, ребят. А теперь награды за Викинг Лигу, ребят. И по классике на Gold 2 Team, как я называю, на основе Золота 2, естественно. И у нас будет 2 пика, пожалуй, наверное, кроме Манолоса и Кутиньо. Я не знаю, кого там еще можно ловить. Ну, давайте, ладно, окей. Я не знаю, что здесь можно выловить. Беру Бенедетто и его карточку. Она более-менее симпатичная, играбельная. Но она тут же пойдет в обменник 86+. Итак, второй пик, смотрим. Итак, вот таких вот двух топчиков я взял. Как раз мне двух игроков не хватало на 86+. Пожалуй, открою я на видосе в воскресенье. Ну, короче, погнали открывать пока за ВЛочку. Итак, у нас 3 пака есть. И начинаем с редкого золотого набора. Довольно-таки хороший пак, где не падают створочки. 2 редких мег-набора и в ожидании волкаута. Я не знаю, ребят, золото 2 на этом аккаунте все время беру на основе. И я не вижу здесь каких-то супер-наград. Где они? Где они? Где волкауты? Где там всякие иконы, информы и прочие, ребята? Золото 2, это же считается читерская тема у многих пацанов, фиферов, кто играет в это дерьмо. И последний пак на основном аккаунте, и посмотрим, что здесь выпадет. Или 84-й, или 82-й, тут, в принципе, гадать, я не знаю, стоит, не стоит. 84-й, давайте ждем, 5-й раз подряд, Испания. Центральный полузащитник, это 83-й рейтинг, это Андрес Иньеста. Вот такие вот пакцы на основе, ребят. Надеюсь, 86+, немного порадует. Но мы пока валим на следующий аккаунт. Итак, ребят, на элитном аккаунте начинаем сразу с пиков, потому что открыл я паки за дивы. Нечего там смотреть, просто, я не знаю, только лишь однажды были створочки, 83-й рейтинг. Начинаем с пиков, 24-6 по итогу последнего уикенда на элитном аккаунте. И гоу, ловим Кутиньо и Манолоса. Сапата, кого же еще? Кстати, у Сапаты завершение сил удара, игра головой какие-то просто очень крутые. Второй пик. Орелану берем, 84 рейтинг. И последний пик, ребят, последний пик. Я не знаю, кого брать, это сложнейший выбор. А вот такие 3 пика, по-моему, отлично. Ни Манолоса, ни Кутиньо здесь пока еще не пробегало. И давайте пакетик за соточку. Пак за соточку открываем. И хорош. Элитный пак трогать не будем, потому что такая настолько ужасная, что нет слов просто. Без волкаута в паке за 100 кусков. По-моему, сегодня отвратительнее пак опенинга у меня еще не было. 83 Касилес в паке за 100 тысяч. Как вам? Как вам, ребята, пак за 100 кусков и Кер Касилес 83 рейтинг? Замечательно. 2 83 игрока, которые стоят по 1500 монет. И все. Пак с 3 информами оставляю для следующей КН. Как только вышла команда недели, текущая, я понял, что ловить здесь нечего. И решил открыть один пак, который я оставил для вот этой КН. Вот, в надежде поймать Левандовски, Абамиянга, Бруно Фернандеша, кого-нибудь из этих трех игроков.
Но, естественно, волкаут был, кстати, заметьте, пожалуйста. Но, естественно, на чем он реаль, 84 рейтинг, 15 кусков. В принципе, тоже неплохо, бывало и хуже. И вместе с Начо выпал еще Муслера, Кордоба, 3.84, по-моему, очень красиво. Погнали на следующий аккаунт. Третий аккаунт у нас, ребят, золото 3 на этом аккаунте, 2 пика. И опять, возвращаясь к текущей команде недели, я не знаю, что здесь выпадет, смотрим. Калинич, конечно, 82 рейтинг, берем этого бестиару. Второй пик. Калинич, еще раз берем этого бестиару, шучу. Беру Райковича. Вот такие два пика. Супер, супер. За ВЛ-очку у нас три пака будет сейчас. И начинаем с набора редких игроков. Ждем первый волкаут, который должен где-то здесь появиться. Но не в этом паке, здесь без творочек. Пак за 50 кусков. Что происходит, расскажите мне. Вообще, пока выше 84 рейтинга не получилось нам поймать. Пики не в счет. Вот эти сапаты, которые... И еще один мега-набор, ребят, давайте. Давайте поставим точку красивую на этом аккаунте. Да, господи, что происходит? Вот такие вот сегодня паки. И у нас будет четвертый аккаунт, ребят. Без волкаута, мне кажется, нельзя уходить. Это просто какой-то кошмар. И, естественно, пакцы за дивизионы. Целых 6 паков. Уж тут-то точно будет один волкаут. Набор лучших золотых игроков. Начинаем с него. Таких 2 будет у нас сейчас. И давайте сразу волкаут. И все, заканчиваем видос. Нет. Пооткрываем еще пакцы. Гомес, 84 рейтинг, 85 рейтинг, это сегодняшний рекорд, набор лучших золотых игроков номер 2 на этом аккаунте, и побьем ли мы рекорд рейтинга 85, который только что выпал без торчек, как-нибудь в следующий раз. Итак, редкий золотой набор, 4 пака еще за дива у нас есть. Итак, Нет. Отставить волкауты. Или Раменди, 83 рейтинг. Редкий золотой набор. Давайте, ребятки, редкий золотой набор. Итак, смотрим. Нечего смотреть. Последний мега-набор, последний пак за дивизионы. И ждем. Ждем чуда здесь просто. Нет волкаута. 4 аккаунта целых. Без творог. А теперь награды за Викинг Лигу и золото 1 на этом аккаунте, ребят. И у нас будет 2 пака за 100 кусков. И, конечно же, 2 пика. Может быть, здесь на аккаунте повезет. Наконец-таки. Смотрим. Открываем первый пик. Поехали. Бен Сабани. Второй пик. Давайте Манолас хотя бы, ребята. Сар, ладно. Это, в принципе, один из лучших игроков из этой КН. Неплохая карточка для суперсаба, вот с завершением только беда, а разгон, скорость рывков, сила удара, по-моему, довольно-таки неплохо. И в погоне за первым волкаутом на сегодня 4-й аккаунт, 50-й пак, давайте сразу волкаут, ребята. Ребята из EA, я, конечно, понимаю, что, наверное, они хотят сейчас сбалансировать то, что они понадавали всем за последнюю неделю, но вот первый волкаут. Жерар Пике. 88 рейтинг, и все. Миссия выполнена. Первый волкаут за 4 аккаунта, за, не знаю, больше, чем уже за 20 паков, 100%. И Жерар Пике. Еще один большой набор редких игроков. Давайте 2 волкаута. Мы заслужили 2 волкаута. 2 волкаута всего лишь, казалось бы. Итак. Что творится? Какая щедрость это. 2 волкаута подряд, это Хорватия. Модрич, Ракитич. Лука Модрич, это еще один рейтинговый игрок. 90. 90 рейтинг. Круто. На самом деле очень круто. Хотя бы на одном аккаунте хоть что-то дали, но в любом случае это не перекрывает всего того, что они понадавали в предыдущих паках на 3 аккаунтах. Модрич, Аспас, Стадич, Пикфорд. Гляньте, 83-й, сколько здесь дали. Ну, а я с вами прощаюсь, ребят. Оставляю вот этот пакетик на воскресенье. В воскресенье вас ждет видос с 3 оборотнями, ребята. И 86 плюс улучшения на моей основе. Поэтому я прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Совсем скоро выйдет новый видос. Все, всем пока. Счастливо.